Всем привет, у микрофона Бет, а это прокачка до первой смерти, и это видео о том, как я умер на разбойнике, на котором играл 200 часов, и о самых ярких моментах. Нет, тут, наверное, Вань. Ну, хотите, попробуем его убить, ребят, не знаю, хотите? Подходим, короче, блайнд ему даем. 400 хп. Ой, 49 хп. Полторашка осталось, 800 осталось. Нормально, работаем, работаем, работаем. 500 осталось. Ваниш, 58, 55 хп. Яд прокнет, яд прокнет. Ну вот алтарь же! А вот здесь, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! И все, я бежал. Ой-ой-ой, не то, не то, не то, не то. Да не то, не то, не то. А у меня ваниш был, типа, погоди, погоди. А почему ваниш не сработал, я не понял. А почему ваниш-то не сработал? Ой, это пиздец. Ой, это пиздец. А почему ваниш-то не сработал? Отагритесь, пожалуйста, ребята, пожалуйста, отагритесь. Замедление пошло. А почему ваниш-то не сработал? Они отагрились. Один волк остался, блядь. Все, как ты меня палишь? Так, ждем, наверное, второго киднея. Под спринтами убегаем. Раз, два, три, четыре, пять. Бинтуемся. Ну, жестко, жестко он меня бьет. Пол хп сняли. Пол хп сняли. Бинтов 30 секунд. Хилки уже все нету. Бежим вокруг дерева. Бежим сюда. Ждем, пока бинты будут. Девятьсот хп остается у него, у меня 900 хп. Ну нормально, нормально. Ой-ой-ой, не отходим, отходим, отходим. Бинтуемся. А один крит, все, я мертвый. Один крит, я мертвый. Ой, ну все, забираем его. Сюда, на базу. Вот так оно, вот так. Не сам. Так, ну бьем, 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 бьем. Я хочу. Зря я бью, зря. Я столько хп потерял, столько хп потерял. Нет, тут бинтуемся по-любому. По-любому бинтуемся. Ой, хорошо, ой, хорошо. Александр, спасибо огромное. Блин, ну я уже начал, братик. Сорян, я уже начал бой. Если будет резет, потом под второй файт музыку сделаю. Блин, вот прям, ну секундочку, ну на секундочку пораньше, братишка бы. Просто, ну я сейчас не могу свернуться. Я сейчас, к сожалению, не могу свернуть. Либо к счастью, да? К сожалению, либо к счастью, не могу свернуться. Ну пока прям очень хорошо идем, ребята. Прям филигранно. Прям просто сюда пока. Ой, бинты сейчас откатятся. Просто ляпота, ребята. Сейчас и бинточечки откатятся. Стан пошел. Замедление пробуем. О, это очень хорошо, это очень хорошо. Под стан замедление накинули. Бинтуемся. Бинтуемся на фул просто.
Ну нормально, нормально, реабилитируемся сейчас, реабилитируемся. Evasion пошел. Пока Evasion пытаемся его убивать. Ну, косарь, хилку жрём, хилку жрём. Отходим, 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 очень опасно, очень опасно. Все отдали, все отдали. Ну, ваниш есть. Так, ну если что, придется, наверное, бой резетать. Если что, придется бой резетать. А у меня блайнд есть. Не, если что, блайнд даем. А, 300 еще нанес. Ну, бинты через 12 секунд будут. Будем надеяться на замедление. А, будем на спринт сейчас надеяться. Сейчас спринт, спринт. Спринт, спринт, спринт. Хотя не, спринт надо было оставлять, это я натупил. Спринт надо было оставлять, если бы был мисс Гауджа. Это да, это плохой кулдаун. Но пол хп есть, ребята, пол хп есть. Только не мисс и Гаудж. А, ой, замедление, идеально просто, идеально. Бинтуемся, 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 бинтуемся. Блин, минус 400 хп, ну хилка через 45 секунд будет. Там опять замедление, это очень хорошо. Хилка через 45, 30 секунд до хилки. 30 секунд до бинтов, 30 до хилки. А, еще 400 хлопанул. Еще 400. Там, скорее всего, типа ваниш надо будет давать. Блайн даем, ребята. 10 секунд до хилки. У меня чё, если он ко мне подходит, это ГГВП. Сейчас хилку жрем. Нормально, нормально. Хилочку жрем. Блин, еще 400. Все очень плохо идет. Бинтуемся на фул. Нормально, нормально. Живем, живем. Минута бинты, минута 40 хилка. Если что, стан будет. Стан будет у меня. Правда, там, скорее всего, промах. Ну я все отдал, я просто все отдал. Додж пошел. Стан пошел. Ой, хорошо. Еще разочек накинем под станом. Ой, хорошо. Стан, замедление прям идеально. Ну, комбо-поинтов нету, ничего нету. Evasion будет 2 минуты. Evasion будет 2 минуты. Бинты будут через 5 секунд, нормально. 3500 хп. 3500 хп. 3500 хп. Главное, чтобы макака не зарезалась, которую убили. Стан пошел. Это очень плохо. Ну, сейчас, возможно, ваниш будет. Ходим, 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 ходим. Нормально, нормально. Блин, ну замедления нету, вот эта жопа. Пока замедления нету, бинтоваться вообще нельзя. Ну, тянем, тянем время. Он, по-моему, кстати, уже замедлился. Он, по-моему, замедлился уже. Да, по-моему, он медленно ходит. Неужели убиваем? Все, неужели убиваем? Хотя, не, догоняет, догоняет, догоняет. Так, нормально, живем, живем. Блин, замедление не прокать, собака. Ну, 25%. Evasion 40 секунд. Evasion 40 секунд. Так, слушайте, пока прям им все, филигранно, филигранно. Вот и осталось только замедление накинуть, перебинтовать. Хилка есть, кстати. Хилка есть, это очень хорошо. Ну, походу, походу, мы это забираем, ребята. Там воины на 56 уровне. Воины на 56 уровне, да, не справляются. А мы просто сюда. Просто сюда этот.
Просто как настоящий охотник. Из ружья. Evasion есть. Давайте под Evasion попробуем залететь. Evasion, залетаем просто. Просто бурстим. Бурстим, все в него сдаем. Все, наказываем, наказываем дядю. Сейчас один крит и минус я. Все, все, все. О, чисто все, раз на раз. Сюда, сюда. Ой, Джоли Воля. Ешьте, Олега, пиши. Спасибо огромное. Да, он плавать умеет, а я не рассчитывал, что он плавать умеет. Я-то не рассчитывал, что он плавать умеет, ребята. С какого черта он плавать-то умеет? С какого черта он плавать умеет? Вот вы мне скажите, ребята. Ой, кстати, хорошо, замедление пошло. Фигась, он жрет на пол карты. Так, ну ща, постоит, потерпит, молодой. Не гордый же. Бежать, 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 бежать. Блин, ну хп мало, собака. Да, вот типа, почему динозавр... О, все, сгорел на работе. Все, сгорел на работе. Так, ну тут прям рядом с бревном, короче. Это очень хорошо, очень хорошо. Катим, катим, катим. Давайте второй залет на него. Бинты еще 21 секунда будут. 21 секунда будут бинты. Это плохо, плохо, плохо. Давайте спринт даем. Отходим, отходим, отходим. Бинтуемся на фул. Ренью, ой, хорошо, 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 хорошо. Можем жить, можем жить. Ой, хорошо пошло, хорошо пошло. Кайтим его, кайтим, 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 кайтим. Флеймбрейв пошел.
косарь у меня. Кровотечение. Кровотечение, катим. 700 хп у дракона. 700 хп у дракона. 500 хп у дракона. У меня... Ой, я застрял. Ой, я убил его отсюда просто. Пока хорошо идем. Пока прям очень хорошо идем. Пока очень хорошо идем, очень странно. 2.9к. Никого вроде нету из патрулей. Слушайте, прям очень здраво идем. Бля, ну нужно пробивать начинают. Четыреста хп мне дала. Отхожу, бинтуюсь. Там вторая бежит, это плохо. Ну, я перебинтовался, я доволен. Дотку кидаем. Она убегает, собак, убегает. На спринтах подбегаем, на спринтах. Сюда блайн даем. Блин, ну, кстати, кровотечение прям хорош дал. О, забрали! Ой-ой-ой, вот она, ребята, вот она. Фу! Ну почему? То есть, типа, я могу уже, типа, чуть меньше рисковать. Не то, что вообще не рисковать, чуть меньше рисковать, пойти, короче, в город, респект. Я не помню. Не помню как. Тут, кстати, еще волки есть. Я не знаю, волки будут палить меня в инвизии, не будут. Терра бы хорошо зашла. Парапам. Парапам. Пам-пам-пам. Я прям чувствую себя Индиана Джонсом, который, знаете, вот это, как его. Ну вот алтарь же! Вот здесь, ну пожалуйста. И все, я бежу. Ой-ой-ой, не то. Да не то. А у меня ваниш был, типа, погоди. А почему ваниш не сработал, я не понял. А почему ваниш-то не сработал? Ой, это пиздец. А почему ваниш-то не сработал? Отагритесь, пожалуйста, ребята, отагритесь. Замедление пошло. А почему ваниш-то не сработал? Они отагрились, один волк остался, блядь. Один волк, блядь, остался. А почему? А как? Почему они не отагрились? Сонный порошок. Там тролль идет, пизда, блядь. Там просто про. А почему ваниш не сработал? А как так-то? Нам надо, короче, место найти там засахариться. Надо место найти засахариться. Ай-яй-яй, это, по-моему, минус рога просто. А Living Combat, все, сюда! Как это произошло? А что с ванишем случилось? Давайте попробуем с уголка, да? Обойти вот так. Блин, он просто как юла вертится. Патрульный, я тебя понял. Вон оно, короче. Это очень жестко. А, их 4 даже, да? Их 4. А может я типа с краешку смогу, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо их вот тут застопать будет. Или где-то вот там их надо застопать. Мне вот этого главное не сагрить. Метку на него кинем. Thank you.
Берем. Ну-ка, дядя, пожалуйста. Дядя, две секунды, дядя. И ванишем отсюда нахуй. И просто ванишем. Ой-ой-ой. Призвать, погоди. Или просто свиток надо использовать. А, свиток надо использовать. Ой-ой-ой, ну страшно. А, ром не забыть, точняк. Давайте ром еще выпьем. Ну сколько у меня? 2700 хп. Ой, сразу поплыл тогда. Сразу поплыл, все, молодой. Мне нравится шепот воскресителя духов, да? А какой там шепот? Я уж не помню даже. Я настолько давно не говорил с воскресителем духом, я даже не знаю, какой там шепот. Она будет враждебной, не будет, я не пойму. Или она сразу на меня пойдет, я не понял. Ну, кровотечение работает нормально. Нет, что-то вы меня так пугали, пацаны. Что-то вы меня, пацаны, короче, так пугали. Так, ну там же опасно. Даджи пошли. Хилочка идет. А все, готово. И ванишем. До свидания. Добрый вечер. Ой, так, пока хорошо. Пятихатку получили. Ладно, живем. А, яд сделали. Ну, ждем еще пятихатку. Там либо хилка, либо бинты пойдет. Так, додж, это хорошо. Так, ну пока все не отвратительно. Пока все не отвратительно. ХП там чуть-чуть по чуть-чуть у нас регенится. Или не регенится. Ой-ой-ой, ну это плохо. Ну сейчас бинтуемся. Пятихатка. Ну ладно, нормально, же жить можно пока еще. Бинты 30 секунд еще осталось. Бинтов пока нормально. Блин, там ступенька вот эта очень неудобная. Так, ну если что, 5 комбо-поинтов есть. Правда, если мы сразу промахнемся и гауджем, и станом, там будет обидно. Ой, это плохо. Ну, хилку пьем. Просто кровотечение надо на него кидать. Кровотечение прям хорошо, прям очень много нанесло урона. Так, яд пошел, это очень хорошо. Блин, какое же ружье медленное, конечно. Так, ну хилка 1.5 минуты. О, додж это хорошо. 67%. Так, ну пока нормально. Сколько? Ну треть хп уже снесли.
Ну-ка, если я сейчас репост ему дам. А погнали, под репостом попробуем. Не, он все равно очень много урона наносит. По ДВ-жену пробуем работать. Пробуем работать по ДВ-жену. Все, и отходим. Не, нормально. Сейчас, кстати, влетели хорошо. Под репостом влетели хорошо. Под эвейжном. Сейчас, правда, через спринт надо будет его кайтить. Нашли окно, нашли форточку. Пролезли в форточку. Блин, ну 1400. Хилка 20 секунд. Давайте я пробую через ускорение его катить. Так, нормально. Хилка, если что, есть, нормально. Ну, 15% у дядька осталось. 15%. 250, нормально, с ружья дали, нормально. Хорошо, с ружья дали. Так, если что, сразу хилку жмем. 12% остается у человека. Слишком близко он. Ну, 800 хп. Триста хп. 200 хп. 229 хп. 101 хп. Как вот есть 101 долматинец, а у него 101 хп. Все, давай, домой. Домой. Вовремя. Здравствуйте. О, аноним, спасибо. Блин, парень ведет за собой. Вон мое спасительное бревно. Главное, чтобы вот этот лем не сагрился. Он сагрился. Ну и лем, конечно, подставил.
Надо очень аккуратно убивать его. У меня даже резет кулдауна нет, я на это не посмотрел. Я что-то дрался с ним, я думал, что у меня есть резет кулдауна. Ух, напряженно, напряженно. Минута до резета. Ну, хилка, кстати, есть и бинты. Пока тратить мы это не будем, конечно, не хилку или бинты. Займемся этим. Ой, спасибо, спасибо, доктор, огромное. Ну, пол хп есть, пол хп сняли. Резет кулдауна будет через 20 секунд. Но если мы сейчас его убьем, это типа и с Элемом еще с Агреном. Это будет такая пушка. Так, сейчас плохо, плохо, плохо. Отходим, отходим, отходим. Хилочку пьем. Так, если что, есть резет кулдаун. Ну подождем, короче. Подождем 2 минуты. Спасибо огромное на нем. Потом все в порядке очереди поставлю. Сорян, ребята, кого там пропустил, в порядке очереди, потом все посмотрю, прикрепленные сообщения поставлю все. Просто сейчас очень плотно все. Там еще бой типа очень плохо начался, то что мы второго лема сагрили. Все, короче, пошло. Не, ну это резет, короче. Резет, короче. Ой, это хоть хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Пришлось пораньше резет отдать. Но бинты сейчас на пол хп будут. Блин, они там резцы уже начинаются, зомбики, я смотрю. Семьсот хп у него, на 2 у меня, но это типа 2 крита и все. Я в могиле. Па-па-па-па-па. Блин, тихо так, без музыки, да? Но сейчас что-то... Пока не получается поставить. Сейчас все там поставлю, ребята. Спасибо огромное за поддержку. 300 хп, ну что, ну что. Сюда, на базу! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну он, короче, не кастует, я смотрю. Ну, спутаем, короче, гауч ему. Ой, это хорошо, это хорошо. Под станом, короче, заезжаем в него. Evasion даем. Замедление пошло. А яды будут сегодня, не будут? Яды-то выйдут погулять? Под замедление.
Надо, короче, ждать, короче, пока кровотечение закончится. Давать ему блайнд и бинтоваться на хула. Я не понимаю, почему у меня яды не прокают. Да, давайте резетаем, бурстим его. Пятьсот хп нанес собака. Там нету никого? Ой, что-то хп нету. Что-то хп нету. Кровотечение даем ему, с луку расстреливаем. Там по 137 уж фигачит. Но мне кажется, лучше его типа с рейнджи бить, короче. Если что, у меня еще один блайнд есть. Только не убивай меня, брат. 4500 хп осталось. Но это граф, ребят, это граф. Ой, что-то мне не очень нравится. Еще минус 40? Не, ну минус 40, ребят, это прям супер много. Ядов пополно. А то уж так никогда, если будут такие видосы по 30, по 40 минут, я же никогда спать-то не уйду даже. Ой, хп очень мало. Фига там нейчер урона. Я умру, не умру? Погоди, погоди, погоди. У меня хавки даже никакой нету. Не, над камнем отсюда уходить, я сейчас от яда просто сгорю. У меня же даже хавки никакой нету. Слушай, погоди, погоди, это очень опасно. Что-то не яд на мне настакали. У тебя хавки нету. У тебя хавка есть хоть какая-то? Как тебя жрать? Да все, серьезно! От яда просто! А, я мискликнул! Просто такая жесть! Такая жесть! Яда! Они столько яда настакали! Они столько яда настакали! Просто, бля! Я вообще, я не понял, типа, яд, я все, я ухожу отсюда, улетаю. Хилку прожрал, все прожрал. Ой, это жестко. 56-й уровень на роге. Я тоже в это не верю, братан.